Привет всем, с вами Саня Транспорт. И сегодня буду делать для вас новый контент. Это тема... В общем, вы все прекрасно знаете, что открыли новый участок БКЛ, а как полностью большой... В общем, БКЛ открыли, и 7 числа декабря 2021 года открыли большую кольцевую линию метро, как сокращенно БКЛ. И я только-только сегодня смог его снять. Ну, и вы, наверное, не понимаете, почему только смог снять сегодня. Потому что я только что оттуда припёр. Я сейчас нахожусь на станции Славянский бульвар. Вот, сейчас как раз таки снял видос, но... Так что готовьтесь к контенту. Надеюсь, вам понравится, и приятного просмотра. Лайк, колокольчик и подписка, чтобы не пропускать на... Подписка, чтобы быть подписанным на мой канал. Так что приятного просмотра. А контент уже начинается. И вы все поймете на видосе, насколько, я не знаю, как сказать, мне уже даже речь теряется от БКЛ. В общем, и вы поймете, про что видос, короче, если поймете, конечно. Так что, поэтому просмотр, контент уже начинается. Всем приятного просмотра. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новаторская. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки.
Станция Новаторская. Проспект Вернадского. Переход на Сокольническую линию. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Станция Мичуринский проспект. Переход на Солнцевскую линию.
Двери закрываются. Следующая станция – Аминьевская. Станция Аминьевская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Давыдково. Платформа справа. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
прямо справа. Следующая станция Кунцевская. Платформа справа. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Кунцевская. Платформа справа. Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Выход к железнодорожной платформе Кунцевская, первый диаметр и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Thank you.
В общем, ребят, буду надеяться, что вам понравилось новое видео. Ставьте лайк, подписка и колокольчик. Хотя я уже второй раз это говорю. Ну ладно, второй раз не помешает. И буду надеяться, что вам зашел такой контент, потому что я этот бокал уже ждал долго. И наконец-то 7 декабря 2021 года его наконец-таки открыли. И первый поезда, и первый пассажир на этой линии. Так что всем удачи, пока. А с вами был Саня Транспорт. Хоть я немножко стеснялся говорить в камеру, но уже пришлось это сделать, потому что те, кто помнит то видео, час пик на АПЛ на Кунцевской, те прекрасно поняли, какой у меня голос. В общем, не важно. Всем удачи и пока. С вами был Саня в транспорт. И скоро буду снимать бутовскую линию метро. Так что всем пока.